Уголовное дело возбудили 8 февраля. По словам юриста партии «Действия солидарности», Майю Санду вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля. Лидер ПАС должна явиться в НЦБК в ближайший понедельник. Юрист политформирования уточнил, что Майя Санду намерена подтвердить свои заявления, указанные в жалобе. Идея база есть в кондиции, в которой existau все премизили для уменьшения тарифа на газ натуральный, на энергию электрическую, на энергию термика. Andrei nu a acționat conform competențelor legale și nu a revizuit tarifele. Din punctul nostru de vedere, asistăm aici la cel puțin o neglijență în serviciu, dacă nu mai mult. 19 февраля с показаниями в качестве свидетеля также должен выступить эксперт в энергетике Сергей Тафилат. Как заявили в НЦБК, в основе жалобы Майи Санду лежат документы, подписанные Сергеем Тафилатом, которые содержат расчеты о тарифах на газ. Din câte mi-a comunicat ofițerul CNA, este intentat un proces penal în legătură cu tarifele la gaz. În nota informativă noi am menționat că există premize de a reduce tariful la gaz cu 25-30%, că cetățenii consumatori de gaz au achitat peste 1,5 miliarde de lei în plus în ultimii 2 ani. Мы обратились в НАРЭ с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не поступило. Обсуждение тарифов на газ началось после того, как группа экспертов выступила с требованием сократить цены как минимум на четверть. Затем Павел Филипп заявил, что тарифы на голубое топливо можно сократить на 20%. А предприятие «Молдова-Газ» сообщило о вероятности сокращения на 11%. С тех пор Национальное агентство по регулированию в энергетике молчит.